550-летию основания города Чебоксары Московский мост должен обрести новый вид. 6 полос разгрузят движение в сторону центра и северо-западного района. Проект уже прошел 2 экспертизы, теперь дело за Однако через старую конструкцию продолжали просачиваться ручейки воды и размывать песчаный конус возле шкафной стенки. Чтобы ситуация не повторилась, администрация города были предприняты дополнительные меры. Раньше, кто помнит, здесь было бетонное такое основание, вот этот конус был забетонирован, но его постепенно размыло. Мы демонтировали площадку, засыпали 500 кубов песка, положили сверху геотекстиль. Сейчас технологии шагнули вперед, по идее надо было бы бетонировать, но пошли другим путем. Уложили после дорнита, после геотекстиля, уложили георешетку, ее засыпали щебнем. При больших ливнях вода все равно будет просачиваться, но песок станет для нее некой дренажной системой. Такая конструкция может просуществовать достаточно долго, считают специалисты, как минимум до того, как на этом месте начнется строительство нового моста. Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Республика.